Певица Глюкоза решила не париться с приглашениями для гостей и отметила свой 29-й день рождения прямо на Кинотавре. А что? Как раз все в споре. О том, как звезды отрываются на сочинском побережье, расскажет наш светский шпион Юлия Бабурина. На кинопремьерах звезды до неприличия скромны и о своих сочинских каникулах особо не распространяются. Да, танцуем, плаваем, все, до буйка дважды доплыл, все успеваем. А вот с закатом они начинают играть совсем другие роли. Особо впечатлительным и беременным женщинам лучше не присутствовать. Алкоголь уже давно не употребляю, поэтому, соответственно, делать там нечего. Глюкоза, прилетевшая на Кинотавр с мужем Александром Чистяковым, представляет первый российский 3D-мультик «Савва. Сердце воина». Вместе с певицей мультяшек озвучивают Михаил Галустян и Федор Бондарчук. Клевое платье. Лгут все. Ничего подобного. Шорты не очень. Акросы. Зачем? Вечером семейство Чистяковых устраивает закрытую пирушку. У меня совсем недавно был день рождения, буквально несколько дней назад. И не получилось его справить, потому что я работала, у меня был концерт. И сегодня я знаю, что очень много друзей присутствует здесь, на Кинотавре. Думаю, что обязательно у нас сегодня будет ужин. 29-летняя именинница собирает в ресторане целую звездную толпу. А как только темнеет, вместе с супругом запускает в небо горящее сердечко. Ребята! На скромном ужине хэппи-энд дню рождения не приходит. Тусовщики транспортируются на концерт Сати Казановой. Правда, подуставший муж Наташи Ионовой Александр не слишком готов к продолжению вечеринки. Бизнесмену быстро надоедает внимание окружающих, и он скрывается в VIP-беседке. Разгоряченный симпатяга Кирилл Плетнев устраивает голые заплывы. Не хотите помочь, а? Вы еще не все видели? Вот смотрите! Улыбаки Игорю Вернику одиночество в этот вечер не светит. Он выгуливает на Кинотавре новую пассию – 27-летнюю блондинистую актрису Евгению Храповицкую. А вот свободный красавчик Владимир Яглыч жестоко отказывает всем заприметившим его девушкам. Развеселый и, между прочим, женатый Андрей Григорьев Аполлонов на танцполе как мотылек летит на свет, точнее, на светлые головы. И кажется, на этой пати как минимум одну змею рыжий успевает пригреть. На автопати появляются и родители шутника Александра Ревы. Судя по тому, как отплясывает мама, понятно, в кого такой пластичный сын. Смотрите, вот сейчас 12, первый час ночи, мы никто не спим. Поначалу в сторонке от звездной дискотеки скромно держится актриса Валентина Рубцова. Вот выбралась первый раз на тусовку, да. Ребенок ждет. А вот энергичные танцы с молодым парнем на глазах у мужа ждать не будут. Юлия Бабурина, Тимофей Трушин. Про новости.